Закон от 22 апреля 2024 года об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности гласит, что с 1 октября текущего года физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, вправе создать коммерческую организацию, учреждаемую одним лицом. При этом такой организации индивидуальный предприниматель передает все свои права и обязанности. Государственная регистрация коммерческой организации является основанием для исключения индивидуального предпринимателя из единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Запись об исключении индивидуального предпринимателя из единого государственного регистра вносится той датой, которой зарегистрирована организация. Что важно знать, созданная индивидуальным предпринимателем коммерческая организация в течение 2 лет со дня ее государственной регистрации не может быть включена в план выборочных проверок. Но есть ряд других контрольных мероприятий в отношении коммерческой организации, которые будут осуществлять налоговые инспекторы. В этот период налоговые органы могут в отношении такой организации проводить только следующие контрольные мероприятия: камеральные проверки, выборочные проверки, внеплановые проверки, мониторинги. Если проверки и мониторинги начаты налоговым органом в отношении индивидуального предпринимателя и не завершены на момент создания им коммерческой организации, то они будут продолжены, несмотря на тот факт, что с момента создания такой организации не прошло 2 года. Еще один нюанс. Названные контрольные мероприятия будут завершаться налоговым органом уже в отношении коммерческой организации, созданной таким индивидуальным предпринимателем, в порядке и сроки, установленные законодательством.